Продолжаю ежедневные выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка день за днем». В этой рубрике я рассказываю, что в разные годы века минувшего происходило на нашем полуострове. 17 день января. Газета «Камчатская правда» в 1950 году сообщила о театральной премьере. Маленькая заметка. Севильский цирюльник на сцене областного драматического театра. Газета пишет. В областном драматическом театре состоялась премьера пьесы Бомарше «Севильский цирюльник». В спектакле заняты артисты Важнев, цирюльник Фигаро, Златовратской, граф Альмавива, Романовской, доктор Бартола, Барашкова, Розина, Родионов, Дон Базиль и Горбунов, Нотариус. Новый спектакль, пишет главная газета Камчатки, приготовленный коллективом артистов в короткий срок под руководством художественного руководителя театра товарища Соловьева, тепло принят зрителями. Напомню, это была рубрика «Камчатка день за днем», 17 день января. Мы узнали, что происходило в 50-м году века минувшего.